знакомьтесь с соперниками. В синем углу октагона боец. Ему 25 лет, рост 180 сантиметров, вес 61 килограмм ровно. Чемпион турниров Кунлун Файт. Профессиональный рекорд бойца. 8 боев, 6 побед, 1 поражение, 1 ничейный результат. Из города Караганда, Казахстан. Приветствуйте! Нурберген Шарипов! А в красном углу октагона его соперник. Бойцу 21 год, рост 168 сантиметров, вес 60 килограммов 900 граммов. Чемпион Центральной Азии по боевому самбо. Профессиональный дебют. Из города Ашхабад, Туркменистан. Руслан Юсупов! Рефери в ринге Рамазан Гаджиев. Бойцы на середину. Внимательно слушаем моей команды. После команды стоп, не работаем. За сетку, за шорты, за перчатки не хватаем. Покажите красивый бой. Удачи обоим по углам. Уважаемые дамы и господа, боец синего угла ринга получает предупреждение по причине невхождения в весовую категорию. Раз, два, ну, рок.
Второй. Пошел, Владимир! 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 Пошел, Владим
господа, в этом бою на 3 минуте 23 секунде второго раунда удушающим приемом победу держал боец синего угла клетки Нурмерген!